Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Göz gözü görmüyor hep buz. Takip derler ses. O, поехали к этим ментам. Göz gözü görmüyor hep buz. Takip derler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takip derler ses etme sus. Отлично. Просто замечательно. Мы лучшие. Программа идет. Нет, ну мы реально больше всех собрали. Нет, мы ее делаем. Хорошо. Нужно было собрать первую. И тогда, когда собираешь первую, появляется такой серьезный азарт. Да. Как первая рыба, это как на рыбалке. Вот рыбу первую поймал, все, ты уже целый день привязан к водоему. Если ты рыбу не ловишь первые два часа, можно сматывать удочки и пить коньяк. Все, больше там делать нечего. Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Так, это на Нагорной. Да, я знаю, где это. Так. Что там должно быть? Не знаю, сейчас я знаю. Найдите три подсказки. Подсказки помечены желтыми точками. Формат кода 2C, 7B, 3B. Цвет краски красный. Формат цвета 6B. Формат ответа 6B. Двигайтесь по фотографии на 4 фотографии. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takip derler ses etme sus. Durma git enerji. Уже все. Затанчок. Пиво, пиво и поесть. Поесть плотно. От души вкусного. Ну вы довольны, ребят? Да. Если еще проект выиграем, то я думаю, что мы возьмем главный приз. Что за призы? Секрет пока. Сладкие. Если мы не видим, как притянуть. Вот это воздух. Он там есть, там написано, что этот объект там есть. Изображен ваш объект поиска, хоть так. Его и не видно. Да, он изображен, но его не видно. Там столбики под рабицу стоят. Ну, а теперь как привязать 79 и 100? Изображен, так, хоть его и не видно. Может, была она там, ее сняли. 6 букв. То есть участок освободили. Там где-то 1.20 м стоит стакан с его шпильки. 30-й. Да. Не огражденное оно стало. Может, раньше не было натянуто. Нет, раньше мы его должны видеть. Микснуник. Но там есть. Еще болты, гайки еще квадратные еще ставят. Блин, дашь много. Ну, дорога тоже. Ну тоже как, блин. Сейчас, Анатолий, сейчас снимаем. Блиндаж или что? Нет, я не знаю, блин. Но. О, спасибо. Да, да. Так, ну что еще может быть? Ваш объект изображен. Изображен. Там стояло орудие. Потому что в одну сразу от этого, сразу. Ну, в таблице Менделеева 79-й я золото. Ты здесь живешь, здесь только свадьба на люди. Как они на это ответят, если они не знают, что там стояло? 500 еще раз. Вот это три подсказки. То, что я знаю, так чего. Нос, может быть нос. Нос, 79. 6 букв. Не, 79-й элемент в таблице, да. Менделеева — это золото. А сон к чему? Золотой сон? Золотой сон. Таблица. 79 таблица. Таблица сон. Менделеева. 79-й золото, да. Точно? Точно золото, да. Сон. Сон. Золото. Сон. Золото. Золотой сон. Таблица Менделеева во сне. Во сне. Во сне. Золото. Золото. Почему оно здесь не запрещено? Давай, пиши. Почему не запрещено? Отчаянно дело. Нет. Замечательная игра, очень сплочает. Нам всем очень понравилось. Мы белая команда. Наверное, лучше всех. Как впечатление? Все было очень весело и круто. Особенно по поиску, ребят, ну ничего не получалось. Второе задание. Ну, это очень странно. Вот мне кто-то звонил, говорит, что ничего не нашли. Это раньше, по-моему, были.
Мы писали, что мы ничего не нашли. Напросили, что штраф на 15 пар. Да, это будет. Да, да. Очень странно, что мы ничего не нашли. Я сейчас прошу, никто ли не уничтожал там коды, но их невозможно там. Нет, ну, на питоне все не красные. Ребята вряд ли бы уничтожали. Ну да. Нет, там кто-то были большие коды, но не баллоны. Ну, то есть там, да, код обычно такого размера. Ну, с овальным кабинетом это было очень сильно вопрос. Ну, взяли же. Взяли. С подсказкой взяли. За то, что эта игра, квест, да, вот, действительно интересно. Ну, не знаю, я раньше не играл. Хоть многие говорят, что я там где-то жил далеко, там, честно, не играл, не знаю. Много видел, много знал, но тем не менее. Что мне понравилось, что каждый из нас, он выполнял свою работу, да, будучи вообще в других ролях, не тех, которых он был раньше, да, там. Генеральный директор бегал по помойкам, собирал эти значки, там, ну, грубо говоря, да, там, люди с производства руководили, у них был центральный комитет партии, там, крутили рукавами, ну, все, отлично, нет, правильно, это, ну, у нас, в нашем бизнесе, вот, по-другому, наверное, нельзя, да, каждый должен попробовать на себе вот эту ответственность и попробовать, чувство победы, самое главное, да, вот чувство победы, что и команды, потому что болеют все, я видел, как это происходит, у меня аж мурашки, видите, по телу побежали, реально, потому что командный дух, он действительно у нас присутствует, и многие, может быть, скептически к этому относятся, но он есть, и он даже находится в скептиках, но очень глубоко, а мы сделаем так, что мы его вытянем наружу. И мы сделаем так, что наш бизнес будет действительно процветать, и мы будем двигать нашу компанию вперед. И нашу жизнь в том числе. Давай.